Так, всем привет! Сегодня на ремонте iPhone 6s. Нужно заменить кнопку Home и аккумулятор. Аккумулятор был уже куплен копией там за 450 рублей. Аккумуляторы подорожали. По-моему, раньше он стоил что-то 400 или 350. Вот, аккумулятор уже поменял. И кнопку Home есть два варианта: сразу с пластиковым толкателем, этим декоративным, либо без. Я купил без. Бюджетный вариант самый, за 140 рублей. Хотя до этого он, наверное, стоил еще дешевле, потому что раньше с пластиком стоил 150, сейчас он стоит 210. Правда, он другим цветом. Вот, в отличие от этого, что с пластиком нужно старый отковырять. Он там на каком-то герметике был. Также он был оторванный. Вот, и теперь на его место приклеил новый. Сначала не совсем понимал, как шлейф застегивается, оказывается, здесь подогибать надо. Не совсем понятно сделали, можно было как-то делать форму другую, чтобы не надо было подгибать. В общем, сейчас все будем собирать, надеюсь, на этом закончу. И да, по поводу разборки, здесь держится на двух, на пластинке, двух винтиках, сверху закрывается. Кнопка, в отличие от предыдущих моделей, вверх идет, а не вниз. Видимо, она потом будет упираться в эту металлическую пластинку. Аккумулятор у нас скотч. Тоже стоит приклеить хотя бы на один, чтобы он там не шатался. Хотя далеко, по идее, не должен деться. Да, небольшая оговорка. Здесь, оказывается, три винтика, а не два. Но у меня почему-то здесь было только два. Видимо, один уже был потерян до меня. Так, после замены кнопка у нас работает, все нажимается, аккумулятор заряжается. Единственное, здесь не подошел мой родной кабель, точнее, как родной аналог. Вот, на шестерке он заряжает, а на 6s вот уже пишет, что XOR не оригинальный и перестает заряжать. Нашел такую вот копию от Хока, видимо, здесь контроллер стоит, который позволяет заряжать. Теперь он не ругается на зарядку, что очень странно. Первый раз с таким столкнулся, хотя слышал до этого. Так что, в принципе, ремонт можно считать успешным.